В районе пересечения с Восточным шоссе упавший на оптоволоконные кабели тополь парализовал движение по улице Промышленной. Вывороченное с корнем дерево рухнуло возле пятиэтажного дома, перекрыв проезд к жилым домам. Провода, протянутые от кирпичного дома через проезжую часть, оказались на земле. Дорожные службы, которые приехали ликвидировать последствия ЧП, только развели руками. Тогда водители проезжающих машин сами взялись за дело. Мы нас приехали попросить убрать дерево, дерево неподъемно, что поедем за техникой. Ага, вы вместо этого провода держите, да? А что делать, я же буду, напишу же все. К рогатине, которая подпирала провода, мог приложить руку любой желающий. Ей пользовались в основном водители большегрузных машин. Провисшая линия не давала возможности двигаться вперед. А вы не боитесь, вдруг они под напряжением? Вот этот. Опа. Вот так раз. Долго вы так планируете стоять? С натянутым проводом. Сейчас проеду немножко. Так там вон пробка откуда идет, с Восточного шоссе. С улицы Карла Маркса до Восточного шоссе образовался затор в обоих направлениях. В конце концов, автолюбители стали регулировать дорожное движение своими силами. Сейчас пока не бьет током, сейчас долбанет и уйду, брошу все и пойду. Пропустив под нависшими проводами фуры, очевидцы посчитали свою миссию исполненной. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Степан Симонов.